Создание конкурентоспособной системы профессионального образования – цель проекта «Молодые профессионалы». С 2012 года в республике проведено 7 чемпионатов по 40 компетенциям по стандартам WorldSkills. Перспективы развития – центр опережающей профессиональной подготовки и 85 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Проведение на базе республиканских колледжей и техникумов отборочных соревнований по компетенции «Поварское дело» – электроника. Площадка сделана очень качественно, всем оснащена необходимым. И на сегодняшний день это вот пока лучшее место, где можно нам тренироваться. Для меня это очень многое дало. Большой опыт. А также самоконтролю. То, чтобы вот сдержанность выступать на соревнованиях. Нужно тренироваться, чтобы достигать результата. Сборная команды «Чувашии» завоевала 9 медалей, заняла 16-е общекомандное место среди 82 регионов. 14 лучших преподавателей работали экспертами. 4 техникума вошли в топ-100 лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Находясь вообще в национальной сборной, это уже ответственность не только за республику, но и за саму Россию. Чувашия!